Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Я Тетяна Костецька. Сьогодні до нашої студії завітали чемпіонка Європи з боксу Олена Медведенко, особистий тренер Олени, засновник школи боксу «Спарта» Медоян Андрій та старший тренер Федерації боксу Одеської області, головний тренер боксерського клубу «Атаман» Володимир Осипчук. Вітаю вас усіх! Отже, 13 червня Олена стала чемпіонкою Європи і здобула почесний пояс Європейського боксерського союзу. Олена, хотілося б розпочати з привітання. Дякую. Чудовий результат, чемпіонський пояс, яскрава перемога на батьківщині суперниці. І перше запитання саме про бій. Розкажіть, будь ласка, як все відбувалось? Я скажу, що до бою ми готувалися заздалегідь. Суперницю ми дізналися вже в лютому місяці. Ми з тренером розробили певну технічну базу, певні дії проробили. І вже, я скажу, що ми були готові вже у лютому боксувати, але через певні недоліки організації та карантинні заходи, і потім ще там суперниця, в неї були деякі проблеми зі здоров'ям, тому бій переносився декілька разів. І вже ось ми 12 числа червня відбуксували. Я скажу, що бій був досить легким, тому що ми готувалися до нього досить тривалий час, і якихось несподіванок не було. Тому ми виграли. А розкажіть, будь ласка, про ваш нелегкий шлях до цього чемпіонату. Ой, це епопея. Це ми, наверное, в 4 роки можемо розказувати. Це, да, це можна писати книгу сміло. Тобто, ну, настільки насиченого событиями і приключеннями поєдинка у нас не було за історію 19 бойов. Тобто, там 7 или 8 у нас європейських виїздів. І от, ну, такого насиченого і приключенческого романа. Тобто, ми... Сначала нас сняли с самолета, потому что в Бельгии поменялись законы, связанные с карантином. И, соответственно, о ряде документов просто не знала ни бельгийская, ни украинская сторона. Документ, который потребовался, назывался Travel Certificate. И его нужно было создавать в Бельгии, в бельгийском посольстве. А для его создания должны были там находиться люди. А это были выходные. Бельгийцы чтят законодательство, и они там не находились. Поэтому украинская сторона по каким-то личным связям связывалась с теми представителями посольства. И представители посольства там специально выезжали на работу для того, чтобы создать эти документы, эти печати. Потом, значит, их транспортировали, эти документы, в турецкую компанию, которая должна была нас впустить в самолет на основании этих документов. Мы, значит, сменили рейс, мы должны были летать из Одессы, а летели, вынуждены были добавить переход, трансфер, значит, на Киев. Из Киева вылетали... должны были лететь одним рейсом. Из-за того, что тест коронавирусный должен был пройти, ну, его ответ на него, на сданные тесты, появился через промежуток времени, нужно было перенести авиационный рейс. Еще раз менялся самолет. То есть мы второй раз не попали в аэропорт. Нужно было удерживать вес, потому что Лена боксирует в смежной категории, не своей рабочей. То есть нужно было еще поддерживать этот вопрос. Помимо этого, значит, идет же время, ползет вес, значит, меняется. Когда мы уже добрались до, там, промежуточный трансфер был через Турцию. В Турции был вопрос с гостиницей, у бельгийцев не получилось, это же выходные. Они в связи с изменениями характера рейса и времени переходов не успевали что-то там оплатить. Мы вынуждены были связаться с украинской стороной, чтобы в Турции переночевать. Потом, значит, у нас были вопросы в Бельгии, потому что опять изменилось время, опять устарели тесты. Нужно было произвести тесты для того, чтобы вылететь обратно в Украину. То есть эти, мы еще в Бельгии вынуждены были потерять на это время. И буквально там за считанные часы до поединка мы вместо 2 суток получили буквально 5 часов на восстановление сил в Бельгии. И вот спустя час этого времени еще ушло на поселение, на формальное взвешивание. То есть мы даже не видели оппонента, тем не менее нас поселили. И вот у нас было 3 часа буквально на сон. Спустя эти 3 часа за нами заехал водитель, и мы поехали буквально на турнир. А потом еще возникли приключения с допинг-тестом. Потом, после поединка, когда уже министр спорта Бельгии вручила этот пояс, и уже эмоции начали угасать, нам пришла еще компания, которая занимается... Это ВАДА были, да?
допінг-контролем. І далі вже Єлена розкаже, як вона проводила время. Я не можу це настільки по-женськи. Ну, досить інтимні подробиці. Скажу, що треба було здавати сечу на допінг. З пісні слів не викинеш, тому, але після поєдинку досить важко щось таке себе видавити. Тому проходження допінг-тесту зайняло, ну, напевне, години-дві. Це значить, що представник антидопінгового комітету цього, він не має права тебе залишити наодинці. Він ходить з тобою до туалету, він тебе там супроводжує на фотографії. Там, ну, просто це неможливо було. А потім ще три тижні ти ждеш цих результатів. Ти впевнений в собі, що ти нічого не вживав. Але а чи не підсиплять чогось, а чи не щось там не зроблять. Ще три тижні, ще три тижні я була на такому взводі. Кожен день заходили в рекорд, ну так, що, ну так, і чекали, що там. І за три тижні приходить лист на французькій мові, ти читаєш там, і негатив. Yes. Побед. Несмотря на это, сейчас очень приятно это все, конечно, вспоминать, анализировать тот путь, который мы все вместе прошли. Каждый вложил какую-то частичку в этот результат, и поэтому мы сейчас уже как бы с улыбкой это все вспоминаем, но на тот момент это было очень даже не смешно. Так, я хотела бы сказать велике дякую батькам за то, что они меня вклали, тренеру Володимиру, ці люди, які мене штовхали далі до результату, і без них цього результату не було. Саме їх віра в мене привела до цієї події знакової. Вони вірили більше, ніж я сама, тому що я була не впевнена максимально. Це просто неможливо. Це команда перемога. Лена втора в історії України, чемпіонка Європи. 22 года никто не выиграл этот пояс. Первая чемпионка Алина Шатерникова. Вот спустя 22 года вот Елена стала чемпионкой Европы. Это событие для нашей страны, для нашего города. Дуже приємно, що в нас такі співвітчизниці. Андрій, запитання до вас. Скажіть, будь ласка, хто вас вже привітав із перемогою? Первым человеком, который нас вот буквально мы только-только мы отбоксировали, только руку Лены подняли, нам позвонили представители организации, которая нас отправляла. То есть они праздновали буквально в Киеве. По приезду первым нас поздравил Владимир Осипчук, это наш союзник, он очень здорово помогал нам в организации, в подготовке. И вообще это один из родоначальников бокса в Одессе профессионального. Вот, поэтому он был как бы чувствовал, сопереживал кровно. Вот. Потом нас поздравила, значит, уже в Киеве наш пояс презентовали первые номера, первые чины Лиги профессионального бокса Украины, в том числе и господин Завьялов. Особенно было приятно. Вот. Потом нас поздравили здесь, в Украине, ну, Лену поздравляла представители Федерации. То есть, как бы, ну, родственники были тоже первыми, они узнали еще в Бельгии. А, Володимир, ви стояли в основі професійного боксу в Одесі. Ви привезли перший титульний бой в історії Одеси і перший пояс чемпіона України. Розкажіть, будь ласка. Да, действительно, ми перший раз привезли титульний бой WBC СНГ совместно з молдавською стороною. В Одессу это было очень большое событие, так как за буквально 4 дня с Израиля нам позвонили, сказали, что бой переносится и желательно его сделать в Одессе. Мы лицом в грязь не упали, сделали этот титульный бой. Виктор Ялымов стал чемпионом и завоевал этот пояс. И это было большое событие для нашего города, так как такие титульные бои не каждый день проходят, не то что в Одессе, а вообще в Украине. Потом совместно с промоутерской компанией Top Box Generation и с Владом Елисеевым мы создали чемпиона Украины по профессионалам и привезли тоже пояс сюда, в Одессу, чемпиона Украины. Андрій, у 2020 році на організацію боїв впливав коронавірус. Розкажіть, будь ласка, як ви заповнювали карантинну паузу? Ми знаходили ізящне рішення. Мы тренировались на воздухе, мы тренировались в отдельных съемных залах, тренировались
подбирали как-то индивидуальный спарринг партнеров, то есть мы прилагали все себе. Владимир Осипович очень сильно нам помогал. То есть какие-то выделенные часы в отдельных помещениях, вот, ну, мы не прерывались, то есть не прерывались на один день, выкручивались. Олена, скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме бокс? Як так сталося? Чи могли ви собі уявити, що ви досягнете статусу чемпіонки Європи, звання? Ні, уявити я ніколи не могла, а я скажу, що до 19 років я була такою тепличною дитиною, я навчалася в школі, закінчила школу золотою медаллю, вступила до вишу. І в 19 років щось сталося таке неймовірне. Я прийшла до зали прийти в форму, трішки схуднути і зустріла свого тренера Андрія Юрійовича. Дякую йому щиро. Так, і він мене зацікавив. І я з того часу, з 19 років, почала свою кар'єру. І я не жалкую. Бокс – це прекрасний вид спорту, це розумний, інтелектуальний вид спорту. І я скажу, що це така доля, напевно. Що вам найбільше подобається в боксі? Відчуття впевненості в собі. Вміння за себе постояти, відстояти свою думку. Не за допомогою кулаків чи сили, а саме за допомогою тої внутрішньої впевненості, яка дає саме так вийти з ситуації. Які подальші плани в вашій професійній кар'єрі? Ну, щодо професійних планів, поки ніяких пропозицій щодо професійної кар'єри не надходило, але ось має бути чемпіонат світу з кікбоксингу, я до нього планую готуватися та поїхати, а має бути чемпіонат України з боксу любительського, який кар'єру любительську я не покидала, я планую ще виступати. І якщо будуть пропозиції щодо чемпіонських поєдинків, я планую їх приймати, бо хочеться привезти в Одесу ще й пояс чемпіонки світу. Продовжити традицію, так. Володимир, це питання до вас. Яка доля професійного боксу в Одесі? Ну, я хочу прежде всего поблагодарить нашого президента Федерації боксу Одеської області Халіда Мусаєва. Это человек, который вдохновил нас, нашу команду, федерацию, работать еще более плодотворней. У нас и чемпионы мира по молодежи, и призеры Европы до 22 лет. И у нас по всем возрастам сейчас очень сильно идет результаты, идут результаты. И хочется поблагодарить его, что он не только в любительском боксе, он и профессиональному боксу помогает. С таким человеком, я думаю, что мы не только пояса чемпіонки Європи привезем, ну і чемпіонів міру. Андрій, ще запитання до вас. Олена довгий час була аматором у боксі і з часом поєднала аматорство з професійним боксом. Як це сталося? Це судьба. Тобто в своє время, іменно вот на етапі, коли набирала обороти, выходила уже на чемпионские поединки в любительском боксе. То есть нам предложили тогда очень серьезные сборы с олимпийской призеркой, по-моему, Ирмой Тестой. Вот. Это звезда мирового уровня, уже на тот момент была. Сейчас она, по-моему, принимает участие в Олимпиаде. Принимает, да? Да. Да, вот. Тогда мы боксировали в Ивано-Франковске. Это главные тренеры федерации нас пригласили. И Лена тогда отбоксировала на достаточно высоком уровне, она провела в ничью поединок с мировой звездой. Мы поняли, что все, уровень достаточный, мы можем... Это был 16-й год, на тот момент она готовилась к Рио, Олимпиаде. К Олимпиаде в Рио, да. И мы четко понимали, что уровень позволяет нам оспаривать любой титул в мире, мы уже задней не будет. Поэтому это было знаковое событие, и затем уже последовало предложение в профессиональном боксе. То есть в это же время Конгресс АИБА принял решение о доступе профессиональных боксеров к любительским видам, к любительским соревнованиям. Это дало нам повод развиваться в профессиональном направлении. Но Елена была первым, кто смог объединить две карьеры и долго оставалась. Ну що ж, дуже дякую вам за цікаву бесіду, дякую, що ви прийшли. Олена, бажаю вам нових досягнень у вашій професійній спортивній кар'єрі. З вами була Тетяна Костецька. До побачення!